Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Петр, я Заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял. Немало сходное положение. Занял. Поэтому несколько задержался ответом. Прием. Ключ на 13. Ключ на 13. Есть 13. Зажигание. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял. Дается зажигание. Предварительное.